Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов в игру Покемон. Да, это не Пиксельмон, это воссоздание настоящей игры про покемонов на Nintendo в Майнкрафте. Как видите, сейчас у меня даже уже есть менюшка выбора. Это офигенная карта. Я поиграл 2 минуты, у меня такие впечатления, что это можно просто сойти с ума. Это как действительно Nintendo, покемоны только в Майнкрафте. Ребята, я сразу же выложу следующую серию прохождения этой карты, как только мы наберем 1500 лайков. Просто мне нужно знать то, что вам понравилась эта карта, потому что карта стоит того. Я сразу же выложу ссылочку в описании на ее скачивание. Да, ребята, если вы хотите продолжение, не поленитесь поставить лайк. Как только наберем 1500 лайков, я сразу же выпущу продолжение этой карты, потому что она какая крутая. Также не забываем подписываться на мой канал, потому что я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Секунда, чтобы подписаться, но ты действительно сможешь мне сделать приятное, потому что каждый подписчик для меня как друг, и я люблю своих подписчиков и отвечаю на ваши сообщения в комментариях. Да, ребята, но сейчас мы приступим к самой карте и посмотрим, что и как тут. Новая игра, да, ребята, новая игра, мы выкидываем предмет. И... 2 месяца назад. Ух, так. Тут у нас даже есть катсцены, то есть небольшие ролики, которые нужно смотреть. Археолог какой-то там Мазерс был замечен в Шалеттаун, в центре. Очевидцы, то есть свидетели, утверждают то, что он сопровождал команду чуваков в капюшонах на заброшенном маяке на пляже, на каком-то там замороженном пляже в каком-то там городе. Археолог уверяет вас в том, то, что этот город Сулику, если я правильно читаю, это город, где... присутствует очень большое количество окаменелых покемонов, да, то есть окаменелости. Даже вот сейчас я там на заднем фоне, ребята, видите, там в льду замороженные какие-то покемоны есть, если приглядеться, твою мать, 3 раза нужно сказать. Дальше. И через время это место стало очень популярным для каких-то различных авторитетов, то есть они захотели, они приезжали сюда и хотели завладеть этими редкими покемонами. И? Оу! Это в нее молния бьет или что? Мадам, вы в порядке? Профессор, ты в порядке? Я вижу, как они уходят. Профессор, профессор! Loading assets. И где мы находимся? Опа! Phoenix Project представляет. Я даже не трогаю мышку. Смотрите, камера сама крутится. Minecraft Vanilla Map Creation. Покемон, кобальт и аметист. Офигеть! Офигеть, потому что это реально крутая карта. Демо! Даже название написано вот этими покемонами-анаунами. Круто! Мне уже нравится, мне уже нравится. Today, то есть сегодняшний день. Посмотрим, что у нас сегодня будет. Я просыпаюсь в своей постели, и меня зовет моя мамочка. Я отвечаю, кто-то меня зовет, кто-то меня зовет. Смотрите, ребят, какая у нас крутая менюшка. И смотрите, что у нас есть. Select. Да, то есть как в Nintendo вы можете подходить, тыкать на предметы и узнавать о них. Вот, смотрите, я нажал на компьютер. И смотрите, что мне написало в чат. Я никогда больше не поменяю Windows на Mac. Молодец, молодец, чувак. Тут у нас что-то... Это книжки какой-то там Кейлин. Она была тут? Я не знаю, чувак, это твоя девушка, сейчас узнаем. Выходим, смотрим, какие-то пирожки. Что у нас тут? Кубик-рубик. Какие-то грязное белье. Nothing here, то есть ничего тут нету. Как это круто, мы можем даже это все узнавать. Дальше. Это мама-папа тут у нас спят, да? Mom's place, she's so great. Мамины какие-то, мамины игрушки, она очень хоро... Не, ладно, не буду продолжать, не знаю, что он хотел сказать. Или я так перевожу? Дальше. Good morning, здрасте, мама, здрасте, как у вас делишки? Привет. Опа, диалог.
о боже, у тебя такой беспорядок, ты так не убран, ты так не причесан. В твой большой день. Какой большой день? Что сегодня? С тобой все в порядке? Ну, давайте нажмем, да? Ты должен забыть происшествие, которое было в Чалетте. То есть, наверное, вот связанное с тем доктором, да, у которого молния шандарахнула. Но это было далеко на севере, далеко от нас. Не беспокойся об этом. Тебе нужно идти посмотреть, что происходит у нас в доме, да? Ну ладно, давайте посмотрим. Ух ты! Нифига себе карта тут крутая, ребята, смотрите. Офигеть, как она детально тут сделанная. Офигеть. О, я нажал на карту, и смотрите, Эдисон нашел регион мап. Круто, нажимаем сюда. Ага, поместил регион мап в hotbar pocket. Ух, как это круто. Офигеть, ребята, смотри, какая крутая карта. Мама, я нашел карту, поздравь меня. Почему ты взял эту карту? Ты уже давно должен знать, что с тобой происходит, и ты... Ну, что-то тебе не нужна эта карта в какой-то степени. And you're gonna need it. Ну, допустим. О, у меня есть для тебя какой-то специальный предмет, который был специально для тебя доставлен вот на столе. Покедекс! Покедекс в ванильном Майнкрафте даже без пиксельмона. Нажимаем. Эдисон нашел Покедекс. Круто. Эдисон поместил Покедекс. Круто. Смотрите, ребята, какой крутой. Офигеть, какой. О, у меня бэкпак есть на спине. Я хочу уже продолжение этой карты. Потому что, как я понял, это демо. То есть, смотрите, у нас тут пишет то, что Покедекс на время недоступен. Он будет доступен, когда выйдет полная версия этой карты. Но все же я и так рад, то, что мы его нашли. Ну что, мама? I make sure you to keep it touch. Короче, я буду с тобой на связи. Круто. Мамаша, мы потопали. Тебе 15. Позаботься о себе. Мамаша, мне уже 20 давным-давно. Не 15, не. Сода? Ну... Как, я не знаю, какую-то мне соду дала. Ну, я понял, что это. Ага, мы поместили. Потом хлебнем. 100 баксов, ребята! Мама когда-то 100 баксов давала на завтрак в школу. Вы бы хотели, да? Ну, в принципе, все. Мы дома уже все посмотрели. Сундучки мы ничего не можем открывать. Потопали дальше. Ух, красавицы какие тут. Прям, а это что такое? Это телебаш? Офигеть, как мне уже этот город нравится. Я не могу прыгать, ребята. В принципе, наверное, сделано как в самой игре о покемонов. То, что я не могу прыгать, не знаю. То есть я не могу прыгать, действительно, ребята, это так сделано. Это что такое? Големы какие-то или роботы? It says Pokemon Sand Raging on its feet. Ну, круто, только я не представляю, что это такое. Ну, допустим. Ух ты, это кто тут такой? Черизард? Будь уверен, что ты позаботишься о своих вещах, то есть, чтобы не потерять. Круто. Это что такое, библиотека или... Нет, это какой-то театр. Ага, как долго осталось до того, как какой-то спектакль начнется? Я устала. Сори, я не знаю, это кто такой. Stand back, kid. Короче, потихоньку мне пишет. Осторожно, мальчишка, не тронь вот эту камеру, она очень-очень хрупкая. Иди ты в жопу, я даже не хочу к тебе приближаться больше, ты противный. А ты кто такая? I'm so hype, то есть я очень напряженная, я очень жду этот шоу, которое произойдет. Я слышал то, что большинство... людей в Serenity, то есть в этом городе, придут посмотреть это шоу. Ну, в смысле, это представление. Я очень рад, но, к сожалению, я тут надолго не задержусь, я уже буду уходить. Я слышала то, что призрачные покемоны не имеют душ. Генгар и тому подобное. Хорошая новость то, что они не живы. В нынешнем дне. Я бы тебя расстроил, но больше... Я лучше тебе ничего говорить не буду, потому что они живы. Здрасте, мадам.
Я надеюсь, то, что профессор Седан, с профессор Седан все в порядке. Это должно быть страшно. То есть все-таки что-то в той пещере там произошло. Я до конца не понял, но что-то на нее напало, наверное. Ты видел, что вчера показывали в телевизоре? Нет, это было довольно-таки страшно. Не знаю, честно, я не видел. Чувак! И этот брат-близнец того же идиота, который нас отталкивал от себя. Да иди ты в жопу, а! Так, опа, какая-то лестница. А можем мы туда подняться? Как я заметил, ребята, вот смотрите, тут есть невидимые стены, через которые мы не можем пройти. Вот я нажимаю вперед, я не могу пройти. Ну, я даже прыгать не могу, как я уже сказал. Ну, допустим, то, что это прикольно, да? Сейчас мы пойдем сюда. Мы сможем тут что-то найти за... О, Покедекс! Нифига себе! Что я нашел? Я нашел поушен, ребята! Я прыгнуть туда не могу, поэтому нужно возвращаться обратным путем. Я нашел лечилочку. То есть, смотрите, тут даже есть секретные места. Я не могу даже упасть. Тут есть секретные места, где вы можете находить крутые вещички. Это очень круто! Потому что в поисках каких-то приключений, в поисках... Так, как мне отсюда спуститься? В поисках каких-то секретных зданий, это очень даже прикольно. Я ничего не забыл? Или мне все-таки нужно еще что-то посмотреть? Мне кажется, нет. Больше тут ничего нету, я все, наверное, посмотрел. Вот тут камера еще есть, может, мне нужно было камеру посмотреть? Мап. Фиг его знает, честно. Наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки нет, поэтому, ребята, будем возвращаться. Я всех проверил, со всеми поговорил, поэтому, ребята, выходим отсюда. Да. Так, что у нас тут? Здрасте, големы, здрасте. Я очень рад вас видеть. Куда бы нам сейчас пойти? Вот смотрите, тут у нас что-то есть. Тут у нас что-то есть. Ух, какие крутые всякие причиндалы тут растут. Ну, ладно, пускай будет. Сейчас, ребята, мы пойдем сюда и забежим в этот домишко, в этот дом. Это Кейлинс Хаус. То есть, вы помните, у нас было вот там дома? В наших книжных полках писала то, что это книжка Кейлин. Значит, она, походу, наша подружка или нет? Она дома? Кейлин, ты тут? Кровать ее и кровать ее мамы, наверное, или папы, или фиг его знает. Ладно, ничего украсть, валим, пока милиция не прибыла на место. В принципе, мне кажется, тут больше ничего ловить нету. Ну, короче, в театре у нас ничего не происходит, как я понял, я опять вернулся, и поэтому, ребята, мы уходим, пойдем куда-то. Я не знаю, что у нас тут дальше по дороге есть. Тут, а что тут у нас? Здрасте, чувак, ты что тут забыл? Ты вообще с нами разговаривать будешь, или ты просто так? Фиг его знает. Это вообще чувак или это статуя? Чё-то он с нами разговаривать не очень так хочет, поэтому, ребята, мы будем отсюда уходить. Посмотрим, что у нас тут. Что это за домишко? Опа, здрасте. Leaves are red, то есть что-то там красное. Какие-то цветы. If you were a Pokemon, если бы ты был покемоном, я бы выбрал тебя. Ты чё, пида? Ты не выбирай меня. Он мне в любви чуть не признался. Он говорит, если бы ты был покемоном, я бы выбрал тебя. И ты в сраку. Я лучше Кейлин найду и буду с ней там мутить, чем... Уходим с этого педо... Иди в... Не трогай меня. Всё. Не трогай меня. Я даже с тобой не хочу. Делай меня. Уходим отсюда, ребята. Уходим. Ух, девочка, ты не потерялась? Хорошая ли сегодня погода? Да, в принципе, мне кажется. Имей прекрасный день, то есть приятного тебе дня. Спасибо, ты очень приятная малая. Уходим отсюда, ребят. Уходим. Уходим и идем. Жалко, я прыгать не могу, но все же. Там кто-то есть или мне кажется? Нет, никого там нету. Ладно, мне кажется, сейчас уже, в принципе, можно будет заканчивать. Давайте еще посмотрим вот этот большой домик. Что тут такого есть у нас? Выглядит довольно-таки интересно. Куча там людей бегает. Это круто, населенный город. Нифига себе. Красиво, красиво. Мне кажется, люди очень старались, когда делали эту карту. Очень круто то, что они делали ее не на скорую руку, а вот действительно постарались. Здрасте. Ты проведал театр?
Что-то там происходит. Да, я был в театре, но я там ничего не видел. Можете посмотреть, может тебе понравится спектакль. Чей это дом? Здрасте, мордасти, вы кто такие? Мадам? Что-то очень странное происходит в этом регионе. Я думаю, я перееду с этого города. В хороший путь. Но я пока что... Я пока что задержусь тут. Можем ли мы тут что-то... Давайте что-то свистнем, пожалуйста. Что-то мы хотим свистнуть. Я хочу в этот большой дом. Как-то он меня прям приманивает к себе. Я хочу посмотреть, что там у нас будет внутри. Вот. Да, это вход. О, что-то пишет. Проф Седерс Лаб. А, это лаборатория той профи... Нет, или это другая была. Ух ты. Сколько покедексов. Лучше это не трогать. Ладно, ребята, как вы поняли, нам предстоит выбрать одного стартовика. Нам предстоит выбрать одного стартовика. Как это было в самой, в самом аниме, аниме про покемонов. Так, что у нас тут, кофе варится, да? Ух ты, ни хрена себе. Круто, офигеть, как тут все круто выглядит. Это просто офигеть, ребята. Нажимаем на кнопочки, уходим, а то еще сейчас проснется вот это чудо-юдо рыбакит. Уходим отсюда. Кто это? Охрана? Ты нас не будешь убивать или вообще трогать? Или это просто статуя? Мне очень жалко твоего отца. Я уверен, он в лучшем месте. Иди ты нахрен. С моим отцом все в порядке. Поэтому валим. Какой-то чудак. Валим отсюда, ребята. Я хочу профессорку найти. Я хочу стартовика выбрать. Да. Так, откуда я пришел? Отсюда я пришел. Вот так. Где бы нам профессорку найти? Я не знаю, где она. Это кто? Это что за росомаха? Я вошел в You Only Life Once. Короче... Я вошел в группу, которая называется «Ты живешь только один раз». Они находятся в театре. И ты должен их проверить. Чувак, я уже их проверил 35 раз. И каждый в этом городе, каждый, мать его, в этом городе мне говорит, чтобы я проверил театр. Я его уже проверял 3 раза. Но раз вы так любите этот театр, я пойду и я еще раз его проверю. Только ради того, чтобы вы от меня отстали. Я не знаю, что вы хотите, чтобы я там проверил, но там больше ничего нету. Ничего нету в этом театре. Я не представляю, что они от меня хотят, но просто, может, там спектакль крутой, может, чтобы я пошел посмотрел. Но все, спектакль еще не начался, поэтому нам нечего тут ловить. Уходим отсюда, ребята. И, как я думаю, нам уже действительно, наверное, можно заканчивать эту серию. В принципе, серия мне... Ну... Сама эта игра, сама эта карта мне очень понравилась, потому что это все-таки, ребята, покемоны, не пиксельмоны, а покемоны сюжетной линии. И намного лучше, чем во многих других картах про покемонов, о которых вы знаете. Поэтому, ребята, как я обещал, как только мы наберем 1500 лайков, не поленись, пожалуйста, одна секунда, но не поленись поставить, потому что я верю в то, что мы сможем набрать 1500 лайков. Ребят, я верю в своих подписчиков, и как только мы это наберем, я обещаю то, что я выпущу продолжение этой карты. Да, ребята, и также выпущу ссылочку в описании, где вы можете перейти и скачать эту крутую карту и полностью ее пройти. Хоть это и демо, много вещей нерабочих, но все же вы сможете пройти, а потом, когда выйдет полноценная карта, вы сможете перепройти с новыми крутыми вещичками. Да, ребята, также не забываем подписываться на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью, поэтому не ленитесь, подписывайтесь и становитесь моим другом. Да, ребята, каждый подписчик мой друг, не забываем оставлять комментарии под видео, я буду на них отвечать, да, ребята, я отвечаю на них, поэтому не поленитесь также. Вообще не ленитесь, ребята, нельзя лениться. Встретимся завтра в новой серии, какая она будет, зависит только от вас. Да, ребята, да. Но, к сожалению, сегодня мы уже будем прощаться, я еще раз скажу большое спасибо за просмотр этой серии, да и вообще, всем удачи, всем пока.